Многолюдная советская кинотеатра «Беларусь» – подходящая локация для акции «Чистые легкие». Каждый, кто в этот день шел по Брестскому Арбату, мог приобщиться к инициативе пропаганды здорового образа жизни, узнать что-то новое, а главное – проверить свое здоровье. Волонтеры проводили анкетирование желающих и просили надуть воздушный шар, после чего могли определить, здоровы ли ваши легкие. Если возникали сомнения по поводу их чистоты и здоровья, вам тут же давали направление на прохождение компьютерного цифрового рентгеновского обследования легких с расшифровкой результатов. Организаторами бесспорно являются органы здравоохранения, Главное управление по здравоохранению, Брестского облсполкома. Ну а инициаторы непосредственно вот этой акции локальной на Советской улице является Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сегодня мы пытаемся пристать по-доброму к прохожим для того, чтобы оценить возможные риски развития легочной патологии. Акция «Чистые легкие» – это возможность узнать новое о лечении и профилактике патологии органов дыхания, провести диагностику и проверить себя. Вот подошел, поинтересовался, меня заинтересовало пообщаться, ну, какую-то информацию для себя, ну, и возможность как бы продолжить жизнь в пенсионном возрасте активную и не болеть, как говорится, наоборот, заняться здоровьем, если оно было где-то что-то не так, поправить его. И, соответственно, радоваться жизни, улыбаться, как говорится, миру. Это достаточно интересно, во-первых. А во-вторых, ну, у нас такое население, поколение, я бы даже сказала, то, что если что-то болит или еще что-то беспокоит, то человек не сразу же идет и проверяется. А тут, ну, людей сразу же оповещают и говорят, вот, сходите все-таки проверьте на всякий случай. Одна из основных целей акции – предоставление информации о том, как уберечь и сохранить свои легкие чистыми надолго. В повседневной жизни человек подвергается многим факторам риска – курение, пыль, химические вещества и многое другое. Данный перечень раздражителей может подстерегать нас дома, на работе, на улице. Акция призывает нас не только к бдительности, но и к заботе о собственном здоровье и здоровье окружающих. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.